Мы живем в сейсмически опасной зоне. Вообще весь Кавказ – это сейсмически опасная зона. Поэтому избежать событий невозможно. А самое главное – это нужно строить качественно. Мало того, тут еще не только то, что вот, качественно – это самое главное, но самое главное – это еще другое. Ведь когда проектируют здание, нужно знать составы и свойства грунтов. То есть проводить геофизические, геологические изыскания, на чем вы строите. И потом уже закладывать в строящийся дом те параметры, которые предполагают, какое сейсмическое событие может произойти на данной территории. И тогда будет все в порядке. Я не знаю, что дороже, дом или жизнь человека. Но мне кажется, жизнь человека дороже. Мы видим, конечно, что происходит, и видим такие нарушения, что, в общем-то, я вообще удивляюсь, почему люди покупают в этих домах квартиры. Дело в том, что надо, конечно, провести сейсмораненый города Махачкалы, потому что уже более 35 лет сейсмораненого не проводилось.